проєкті «Влада сумчанам» сьогодні говоримо з Віталієм Шиловим, це начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Віталію Володимировичу, я вас вітаю в нашій передачі. Давайте нагадаємо нашим глядачам, чим займається ваше управління. В основному управління фінансується з місцевого бюджету, якщо брати, допустим, там 17-18, там 19-й роки, то це где-то порядка 90% уходить денег місцевого бюджету. Управління займається по своїм функціональним обов'язностям програма «Євродвор», яка полюбилась уже сумчанам. Ця програма вже діє 5-й рік. Вот. І також все, що зв'язано з бюджетом розвитку, це реконструкція і нове будівництво. Давайте почнемо нашу розмову з євродворів. Скільки вже на сьогодні їх зроблено і наскільки позитивна ця робота? На сьогоднішній день зроблено порядка 400. Тобто це, грубо говоря, 30% від того, що у нас є іменно по багатоповерхівкам. Тому працювати є над чим. Я звернувся до меру, і він мене повністю в цьому підтримав. Вот, выдал доручення, і я думаю, що в течение недели двух управління займеться розробкою програми на 3 года для того, щоб люди змогли увидеть себе, коли у них будуть виконуватися ці роботи. В основному це ініціатива людей. Чому? Я, кстати, постоянно это говорю о том, что чем больше человек приходит и приходит на личный прием к мэру, приходит на приемы ко мне, обращаются к своим депутатам, то, естественно, там быстрее начинаются эти работы. Тем более, что в прошлом году, сугубо, опять же, по инициативе мэра, было такое предложение, что каждый депутат дал, допустим, два двора, так как у нас их 42, то есть это получается где-то там в районе 80, да? То есть, в принципе, мы где-то 75 и 80 дворов в год и делаем. То есть каждый депутат давал по два двора, которые считает нужным, и мы, естественно, выходили. Хотя, с моей точки зрения, как строителя и начальника управления, ну, немножко это неправильно. Почему? Потому что, когда мы заходим, например, так называемый колодец, как я его называю, там где 3-4 дома, да, то есть если мы сделали 2 дома и ушли, то негатива мы получим намного больше, и объяснять, что вы, извините, это депутат, ну, опять же, негатив получает депутат. Поэтому, ну, как бы это с моей точки зрения, ну, в принципе, решение принимается. Возьмем 18-й год, мы вышли на Химгородок. На Химгородке нет ни одной 9-этажки. В этом году, точнее, в прошлом году мы начали. В этом году закончили, это блок домов по улице Ахтырской, там 24, 26, 20, Марковочка 13 и так далее. Это пятиэтажки, то есть, но опять же, вот этот весь блок получился 9 дворов, поэтому мы в прошлом году сделали 4 и в этом закончили 5. Вот, поэтому у нас нет такого, что это все жители города, поэтому разницы, где они живут, там в пятиэтажках, в 9, в 14, никакой разницы нету. То есть просто заходится на блок домов и выполняются эти работы. Вот простой пример, закончили работы по улице Кирова напротив военного городка. Там 4 дома, они все пятиэтажные, мы зашли и их сделали. Но при этом на Харьковскую мы вышли, там, например, 9-этажки. То есть мы сейчас начали работы по улице Харьковской со стороны, ну, по нечетной стороне. Вот. На следующий год начнем по нечетной стороне. Вот. В этом году планируем дойти до Лужбы. А 14-этажки, кстати, вот нехорошо получилось, но мэр уже дал, опять же, доручение. Коли ми говоримо про ремонти автодоріг, то ми говоримо, що спочатку йде заміна комунікацій, а потім йде оновлення дорожнього покриття. Чи працює ця ж сама схема, якщо ми говоримо про оновлення у дворах? Ми, як тільки розуміємо і, скажімо так, затвердили цей список, що я приблизно представляю, де ми будемо працювати, ми одразу звертаємося в Сумы теплоэнерго, в водоканал и в департамент инфраструктуры. То есть мы им даем наш предварительный список и говорим им о том, что если есть где-то необходимость замены инженерных сетей, пожалуйста, выполняйте. Работает это или не работает, это второй вопрос. Но где-то в октябре месяце каждого года мы такие списки уже у меня готовы, и я, в принципе, их предоставляю всем структурным подразделениям. Есть ЖЭКи, например, коммунальные наши ЖЭКи, да, которые реагируют на это очень быстро. Вот. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что поменять выпуски канализационные,
ну, как бы лучше сейчас, до того, как мы начали. Столкнулись, по-моему, в этом году на Лужпы-22, это уже мэр руководил, то есть своим волевым решением заставил водоканал, чтобы они поменяли там сеть, потому что мы не могли к этому двору приступить, по-моему, на протяжении 3 лет. В этом году, ну, с моей точки зрения, неправильно. Почему? Потому что мы вели работы одновременно. Водоканал вложил свои сети, а мы как бы занимались двором. Ну, в принципе, друг другу не мешали. Но, по большому счету, лучше, конечно, готовиться осенью, то есть осенью начинать менять сети, а мы с весны, после того, как уже снег сошел, это все дало усадку, потому что вы же понимаете, что сети у нас обычно на глубине 1-2 метра, вот, и мы потом, в принципе, выходим, и никаких проблем нет, выполняем работы. Лично я получаю позитив, например, от тех же самых евродворов, да, я вот приезжаю, честно вам скажу, это тяжело, но при этом много позитива. Почему? Потому что выходит очень много людей. Одни говорят спасибо, вторые говорят о том, что а вот нам бы еще тут вот так, а нам бы тут вот здесь, а нам дорожку, а нам этот. Вот все объясняешь, рассказываешь. И, в принципе, люди остаются вполне довольны. Поэтому, если плохое настроение, надо ехать там, где проводятся работы по Евродвору, потому что после этого вы уходите с массой позитива. І просто від людей заряджаєтесь хорошою енергією в плані того, що вони вас завжди благодарять. Дуже важливі об'єкти для міста – це театральна площа і романтика, молодіжний центр. Були періоди, коли роботи відбувались дуже активно. Сьогодні багато людей питають, на якому етапі ці роботи і чи взагалі вони проводяться. 3 роки назад запускались 3 об'єкти на території міста Суми, глобальні об'єкти, на мій взгляд. Это романтика, это авангард и это театральная площадь. Вот это было 3 основных объекта. В этом году запускается 4-й объект, это строительство детского садика. На сегодняшний день мы прошли процедуру проведения тендера. Вот, и завтра будет вызначен переможец, и, в принципе, я смогу более детально уже рассказывать о детском садике 12-го микрорайона. То, что строили, ну, построили, например, тот же садик на Химгородке, на котором были очень большие проблемы. Одну часть здания мы выкупили за деньги местного бюджета, вторую часть уже как бы достраивали. Вот, поэтому такие большие объекты, ну, опять же, в зависимости от того, что имеется в виду под словом «большой объект». Вот мы в этом году, например, взяли, спроектировали капитальный ремонт улицы Харьковской. Мы в этом году спроектировали капитальный ремонт улицы Прокофьева. Вот. Просто что у нас такой получается небольшой казус с финансированием. Да? Почему? Потому что действительно на сегодняшний день бюджет несет очень большие убытки. Недофинансирование. Я совсем не понимаю, что такое в данном случае децентрализация, если у нас в бюджете просто-напросто недовыконание бюджета. Не понимаю, в чем децентрализация идет. Но, в принципе, мы готовы. То есть при наличии денег у нас есть объекты, которые мы можем спокойно выполнять работы. Их на самом деле очень много. Тот же самый эксклюзивный центр в 3-й школе, который в прошлом году первый этаж 3-й школы, часть был отдан под эксклюзивный центр для детей. Сейчас мы ведем там полным ходом работы. Не забываем мы и те же самые больницы, и ту же самую свиту. То есть, ну, по большому счету, это была сугубо инициатива мэра, например, все-таки закончить последний блок неврологии в 4-й больнице. Я не знаю, опять же, каким образом нам передавали эту больницу, да, но передали они ее, ну, скажем так, в плачевном состоянии, хотя, в принципе, по правде сказать, там еще и были выделены с завода деньги. Но на эти деньги их не хватило отремонтировать все. То есть в этом году мы начинаем выполнять работы по неврологии. Что касается театральной. По театральной проект разрабатывался 2 раза. Вот. И на 2-й раз мы все-таки запустили. То есть я сразу говорил о том, что это будет 1-й пусковой комплекс. Почему? Потому что, ну, как бы, опять же, мое сугубо мнение по поводу этих чаш фонтана, как бы, это мое мнение. Я, в принципе, когда проектировалось это все, то есть мы давали свои пропозиции проектанту, то есть видение управления как заказчика, что, собственно, он и сделал.
Вот. После того, как мы показали это все, стал вопрос по поводу вот этих чаш фонтана, потому что у нас в проекте это все мы просто сравнивали с землей, но при этом строили фонтан, ну, это на местности пока, то есть фонтан есть, но не в таком виде, как мы его видим сейчас. Вот. Но пока этот вопрос стоит открытый. То есть, если будет добрая воля, то есть, я же говорю, вплоть до того, что есть и проекты документации, и проведена процедура тендера, то есть, в принципе, мы можем начинать, грубо говоря, хоть завтра. Вот. Что касается романтики, то вообще была долгая история, такая интересная. Вот. Но благодаря тому, что, ну, может быть, некоторые скептики как-то это будут по-своему объяснять, но благодаря тому, что все-таки укрепили фундаментное поле, вот, то есть маяки стояли порядка 2 лет, вот, то есть романтика не двигается, то есть она не раскрывается, все с ней нормально и все. То есть на сегодняшний день на 95% мы закончили внутренние работы, и с 1 числа, по-моему, у нас открытие 1 числа тендера по фасаду. Вот. После этого, я так понимаю, это уже будет не работа управления, там часть работ возьмет департамент на себя, это благоустройство перед романтикой. И баланс утримыча, так понимаю, что надо будет выделять какую-то сумму денег для того, чтобы наполнить это здание. Если будут деньги у нас выделены на фасад в этом году, то я думаю, что к осени мы сможем сделать, закончить фасад полностью. Хотя, я же говорю, с 1 числа процедура тендера, і, в принципі, ми готові заключати договори і заходити на об'єкт. Дуже важлива робота сьогодні – це енергозбереження у бюджетних закладах. Давайте озвучимо, яка ситуація зараз по школах, по дитячих садках і по лікарнях. У прошлом году ми почали заходи з енергозбереження по 4 школам, по 3 закончили. На сьогоднішній день у нас йдуть роботи по школі номер 22, тому що, собственно, вона у нас найбільша. Вот. Плюс, благодаря департаменту финансов, мы выиграли гранты, и на сегодняшний день занимаемся еще 3 школами, это утепление, ждем поступления денег, это порядка 1,5 миллиона евро для выполнения этих работ. И плюс, в этом году уже начали работу по энергосбережению 16 детских садов, которые расположены в городе Сумы. У нас их, если мне изменяет память, 34. Вот. И как бы вот мы половину взяли, так называемую захватку, для того, чтобы выполнить эти работы. Хотя, еще раз повторю, что это деньги не местного бюджета, это деньги грантовские, поэтому будем, собственно, ждать деньги и выполнять эти все работы. Что касается местного по Горздраву, значит, очень плодотворно на протяжении многих лет уже работаем на ЦГБ, вот, и в этом году в том числе. В этом году, если мне изменяет память, занимаемся даже гинекологией уже. Вот, то есть как бы ортопедию сделали, неврологию поработали, ну, очень много сделали. Вот. По детской больнице тоже каждый год по инициативе мэра выделяются деньги. В этом году полным ходом заканчиваем лор-отделение. Осталось у нас, по-моему, лет 7 назад мы сделали роддом на Троицкой. Из 4 этажей мы сделали 3, да. И в этом году Александр Николаевич поставил задачу, чтобы все-таки довести до ума 1 этаж. Опять же, деньги уже выделены, проектная документация есть, поэтому работы будем начинать в ближайшее время. И в течение там, 1-2 месяца эти работы будут закончены. Яка ситуація із розвитком спортивної інфраструктури, якщо я маю на увазі, якщо ми говоримо про такі об'єкти, як створення дитячих майданчиків спортивних у дворах, і також попутно, яка ситуація із стадіоном «Авангард», де вже тривалий час не проводяться ніякі роботи? Що стосується дитячих площадок, опять же, по инициативе мэра каждый год каждому депутату выделяется 350 тысяч, которые определяют, куда тратить эти деньги. Ну, вот если брать, например, там 17-18 года, то, ну, грубо говоря, там процентов, наверное, 70 этих денег уходили на строительство детских майданчиков по микрорайонам. 2019 год, я вам хочу сказать, вот он уже показал, что депутаты, ну, в принципе, я так понимаю, что насытили уже
детскими площадками, именно вот игровыми, да, то есть такого большого, потому что детские площадки устанавливало только наше управление. Я смотрю, что в 2019 году такого большого ажиотажа по детским площадкам нету. Вот. Хотелось бы, конечно, еще перейти к вопросу школ и детских садиков для того, чтобы и там, хотя мы, ну, по-моему, в прошлом году, в этом, по-моему, один, а в прошлом году, по-моему, 3 или 4 детских садика выделялись деньги из бюджета напрямую, не депутатские, а напрямую, и мы устанавливали детские площадки прямо на территориях садиков. Очень бы хотелось, чтобы... опять же, выделялись деньги, и мы бы, например, ставили спортивные площадки, но уже на территории школ. В том году было зарегистрировано, по-моему, 5 или 7 команд, вот где-то так, да, а в этом уже больше 15. И вот представьте количество людей, количество игроков, количество там, я не знаю, выпитой воды, вот куча этих эмоций, куча всего-всего, да, были те, которые недовольны, но вы же понимаете, целый день, бух-бух, крики и это и так далее. Но зато, честно говоря, мне понравилось другое, что инициатива-то, собственно, шла уже от самих жителей, я же говорю, и если в том году это было 5-7 команд, то в этом, я же говорю, там что-то больше 15. То есть они сами собираются, сами определяют, сами это, сами, разные вековые даже категории. То есть уже и такое распределение было. То есть строительство футбольных полей именно по таким густонаселенным микрорайонам, это на самом деле куча позитива. И более того, мне что опять же нравится, что люди потом сами за этим следят и сами это берегут. За «Авангард» говорить можно очень много. Вот, но на сегодняшний день... идут сейчас следственные действия. То есть все началось с банальной проверки. Я уже давал по этому поводу пресс-конференцию Рахунковой палаты. Я как бы никогда их до этого не видел и никогда не сталкивался. Вот. И после того, как сначала приехали, провели обыски в управлении, потом приехала целая НАБУ, провели обыски у меня дома, потом выняли все документы и, собственно, сейчас ведутся следственные действия. Ну, наверное, ищут все-таки вот эту 1200 гривен, которые, собственно, написала Рахункова палата. Поэтому пока ждем. Работы приостановлены, но я же говорю, что ждем, то есть будет какой-то результат. Я более чем уверен, что это будет положительный результат, потому что с нашей стороны, еще раз говорю, что мы ничего не нарушили. Вот, поэтому заберем назад документацию и, собственно, сможем, может быть, даже в этом году успеем выполнить эти работы. Зазвичай сумчани чекають якогось масштабного відкриття на День міста. Чи побачимо ми якийсь проєкт саме до 2 вересня? Мне понравилось отношение Александра Николаевича в прошлом году именно к Дню города. Мы как раз сдавали театральную площадь, да, вот эту пешеходную дорожку. Ну, он выехал за 2 дня до, ну, там, в первых числах, да, похвалил, сказал, вы молодцы, мы как раз вот все закончили, говорит, а мы ее открывать не будем. Почему? Потому что мы работаем не для того, чтобы ходить, показывать там где-то там с камерами и так далее. Вот мы ее сделали, вечером засветятся эти фонари, и сумчане сами оценят, как это будет. То есть вот именно вот какого-то... Без показухи, да? Да, без показухи в плане того, что а вот давайте вот именно ко второму числу мы закончим его и будем показывать, такого нету. Вот то же самое и тот же самый фонтан в детском парке «Сказка». Да? Мы его тоже под День города сделали, включили, но опять же никаких там, ну, торжественных что-то там, вот мы молодцы, мы смогли и так далее. Нет, включили, все, он работает, все хорошо, никаких проблем нет. Люди счастливы, довольны, все хорошо, на позитиве, замечательно, работаем дальше. Дякую вам за розмову и бажаю успехів у вашій роботі.